Подожди, потихоньку, потихоньку. Вот так вот сюда вот выводим. Вот мы картошку копаем, всегда говорим, арбузик бы нам. Ну, уже заканчиваем. И вдруг ни Новоселина, Шадрина, ни слова не говоря, спрашивает, возьмешь арбузик-то? Я говорю, какой? Так ножик дам. Вот тебе на. Сегодня мы заканчиваем картошкой, похоже. И ты вот, Господь же тебя послал, чтобы мы не нарушили свой устав. Володя, арбуз приехал. Вот уж сверх всякого чаяния. Я резать буду. Не знаю, как на красный, нет. Мы прямо здесь сейчас где-то сядем. Прямо где-то у картошки, она правильно говорит, тенечек, куда избрать-то? Где тенек-то тут есть? Где тенек? Как раз солнце с той стороны, где у нас. А вон где кустик, давайте туда. Куда? Ну вон туда. На траву сядем. Пойдемте. Вот 2275 лунок. И каждая лунка, смотри, как выворачивается. Сколько вы отпустили в ямку? 20 мешков. Ну, мешков это по 3, не полных ведра. Так что еще туда надо опускать будет. На посадку, и гости приезжать будут. Кормить надо будет. А это из шерстобитов приехал, медом торгует. Кого нету, так дарит. Давайте, садитесь здесь. Вот это саманы, так называемые. Вот он, шерстобитов, привозит свой мед. Сам пасечник. Его мама, пасечница была, с моей мамой в колхозе в пасеке работали. Ксения Михайловна Шерстобитова. Вот видите как? Прям там приводится, там, допустим, 10 рублей. Вот, там 4 баночки. Нет, не 4, тут еще вот докладно. И пересчитано на наши деньги. И, вот. И куда наши деньги сейчас попали, когда учитель получал. Конечно, это всегда деньги. Так было. Да. А сейчас вообще? Никто не хотят идти в школу. Да если есть, он скорее это, а остальное где-то молодежь. Молодежь покончали, так, много первых. Вас как звать, величать-то? Меня Галина Алексеевна. А? Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, вот она мед какой дает, как янтарь. Я каждый вечер ложечку меду вашего вас поминаю, помяни Господи. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Мы тоже всегда вас поминаем, говорим, вот потеряевские молодцы, у нас всегда берут. Это лучшее лекарство. И мы стараемся мед качественный, чтобы у нас был. Не это. Мы же на меду выросли. Да. Его мама с моей мамой на пасеке работали. Да, да. И что интересно, каждый год, когда картошку копаем, у нас кто-то нам дарит арбуз. Да. А нынче закончили, арбуза нет, я говорю, устав нарушенный. И вдруг Нина говорит, у меня арбуз есть, сама подошла и говорит, я ножик принесу. Я говорю, вот это да. Да, сам арбуз. На завершение, сам арбуз прикатился. Вот, видите, а нам сейчас хорошо. Андрей тоже 2 арбуза в гостинице. Ты, батюшка, береги себя. А когда в колхозе это качали мед, вся деревня шли, они ставили столы там на улице, стояли. Ешь сколько хочешь, ага, с собой а домой не давали. Нет, с собой не давали, а там люди все ели и ели, все идут домой. Вереницы. Ты сказал ему, что престольный это будет праздник? Нет. На ферма едет, на дойку останавливаются. Механизаторы едут, 12-ю бригаду останавливаются, едят все. Так было так, приедет там этот уполномоченный или кто-то с района в колхоз просматривает, то председатель первым делом всегда на пасеку. Пасеку покажет. Давай, Галя. Покажет пасеку, там они там это, угостят его там, и тогда уже, тогда на ферму уже везут его. Знаете, батюшка. Не, это я взял меду угостить ребят, ничего же нет, бесплатно работает. Маленько я подсластить что, хотя что бы. Делаю? Не той крышкой, не закрыл. Вот, своими руками. А что, кого ты говоришь, ну 25 лет, давай выберем нового кого-то поставят. Это же ничего от этого не изменится. Раньше же было как-то, разговаривали, такой уже как вроде анекдот такой, что в колхозе решили сменить председателя.
Хватит, говорит, Иван Андреевич, уже 25 лет. Сыну, два сына дома построил, дочерей замуж, всем по машине купил. Крахобор такой. Выберем, Иван Иванович. Да, все, да, конечно, хватит, он уже нахапал себе там это. Ну, кого? Встает потом старик, говорит, нет, граждане, не надо. У Ивана Ивановича, говорит, еще два сына не женаты. И у самого хата, говорит, на бок крыша, это, значит, да, у этого все уже построено. Да, уже меньше будет брать. Не будет больше. Да. Так и это, выбери новых, они какие-то такие. Так, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, срок жизни пчелы сколько? Рабочие пчелы месяц летом, а зимой до весны. Так, пчела одна в среднем сколько за жизнь свою носит меду? Не знаю, не знаю, таким вопросом я не интересовался. И кто подсчитает? Это отдельно пасечник выступает по телевидению здесь, по интернету, и говорит, одна, говорит, пчела за свою жизнь приносит, говорит, столовую ложку меду. И поэтому, говорит, я если мед ем, говорит, я, говорит, тщательно облизываю его теперь. Вполне возможно. Вполне возможно. В среднем сколько в улье? 60 тысяч. Вот 60 тысяч? Да, вот если 60 тысяч. Но они не все же за медом летают. Там же у них кто-то детку кормит, кто-то обогревает. Кто-то воск вырабатывает, да, кто-то матку воск охраняет. Да, да, поэтому там сложно посчитать, сколько их работает. В смысле, за медом летают. Так, осы вам вред приносят какой? Да. Пчел заряд. Мед у них вытаскивает. Это разбойники. Да, разбойники. А? Пчелиные разбойники. Ну так вот, сейчас не надо ос трогать, они мух едят. Да. Ну вот, видишь, муха. Мух едят. Мне кажется, они мед едят, а не мух. Муха не. Он и барана разделывает там вначале столько. Они... Только это, они облепляют, не дают прямо. Они мясо свежее съедают. Рыбу повесил, прихожу, одни косточки висят. Вот они, муха не нашли. Ну ладно, пошел я. Давай. С Богом. Спасибо за фильм. Вот наши люди приезжают. Бывшие Потеряевские. Мед чисто свой, без всякой примеси. А там барабаш на уборку выходит. А это вот у нас называется саманный. Саманный, как гостиница. Ну как тут поместиться? А вот интересно. Пчелу куда приносят. Геннадий, подойди сюда. Галина пускай подойдет, посмотрит, что под домом делается. Посмотри. Давай, Геннадий, посмотри, пожалуйста. Реши, что тут такое делается. Во! С этой стороны вот подойдите. Вижу, нет? Вижу. Да хорошо работает. Так вот, вот отсюда видать хорошо. Я вижу, вижу, отсюда хорошо. К ним на лед нельзя мешать. Пусть. Ну и что, вы там улей поставили? Ничего не стоит. Весной-то когда приехали, там на столе, на полу слоем мертвые. А как, там ничего нельзя сделать, там пол-то лежит подлезет на земле. А так, думаю, можно туда выманить, скажем, поставить тут? Вот прилетел улей какой или что тут? Рой прилетел. Нынче у меня на дверях прилепился, на воротах. Я матушке сказал, она забрала. И говорит, до того сильный рой уже опять отравился. Ну, может быть, да. Смотри, что делать. Что, Геннадий? Хорошо. В машину. Ну что, как его взять-то оттуда, как? Я даже не знаю, как. Как ее матку выманишь оттуда? Меду принести. А я еще чем-то выманил? Вот земля текущая молоком и медом. Не выманишь ее никак оттуда. Крепко ее забаррикадировать. Значит, ничего помочь не можете. Уходим. Уходим. Благодарим. Спасибо. Ну а как?